Нетленный серебряком, содержащий в действительности все постижения человеческой силы, спасибо Тебя, послан Твоего, благодарим Тебя за все ведомые и сокровенные благодеяния Твоим, за земную жизнь, за небесные радости Царства Твоего будущего, простирай нам и впредь Твоей милости поющим. Слава Тебе, Боже, во веки! Слава Тебе, Боже, слава весь помощь ребенка, родился в мир, но Твой ангел. Праздника у вас. Дождались. Да, это вы сюда, здесь надевайте. Владыка. Владыка, вообще не вот это? Доброе утро. С праздником. Исполайте, Господа, исполайте,
Господа и слава эти Господа, не идут вот до поклонища ко храму святому, там страсть Тем, Господи, наставь меня, правда, Ты врага, как не страх, Ты тобой, путь мой, я конись, острый, как истинный сердце, и судьи на кровь, отверг, однажды, и смеща, ум, судьи Божда, тобой. Освященнейший Владыко, благословенно царство, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О, Всевышний, спасение душ наших, Господу помолимся. Мира, благостояние Святой Божией Церкви, соединение всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, святем храме, всем с верою благоговением и страхом Божиим, входящих в мой, Господу помолимся. Святейшем патриархе Кирилле, о господине высокопреосвященнейшем митрополите Сергии и о господине отце нашем преосвященнейшем епископе Антонии, честнее пресвятерстве в Христе диаконстве, о всем причтели для Господа помолимся. Господи, Боже мой, Господа.
«Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанное дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодно Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Мир Иисущему. И Духове Твоему. Премудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я в душе от всего помышления.
вседержителю Божию, Отец наш, и молитесь, услыши, помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, повелите милости Твоей, молитесь, услыши, помилуй. Всем же в Одиссее убиенным, и от ран, и болезней
покаявшимся прощение грехов дарует и блаженное упокоение сотворит. Исполни нас, я же в тебе... Помолим
всем сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе. Слава Тебе, Боже, на славу Тебе. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Святый Тече нам ученичь, Артеме, моли Бога нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Премудрость прости, услышим святого Евангелия. Мир всем. Вообще святого Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Он мне. Рече Господь своим ученикам. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо. И бремя мое легко. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Господу помолим сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем всем. Благодать Святаго Духа. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Кому еще не попало? Господи, помилуй. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пресвятая Богородица, спаси нас. Святый священномученичан, сыне моли Бога нас. Святый священномученичан, сыне моли Бога нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Имени Христа и молитве помоги. Господу помолимся всем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Пресвятая Богородица, спаси нас. Пресвятая Богородица, спаси нас. Святый священнослужитель от Пиме, моли Бога о нас. Святый священнослужитель от Пиме, моли Бога о нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Главный склад на той стороне, да? В 4 больше этого. Можно крыши только видать. Там вся техника, зарубежные комбайны. Там это все староста деревни. Где он сейчас покажу? А вон идет, икону несет с левой стороны. С нуля начал. И за счет этого село живет. А сейчас у него 1200 гектар. Ну еще вот видите, на корню прорастает. Сырое не будешь, собрать. Молотить не будешь. Оно еще не убрано, половина даже. Половина? Дождь каждый день. Октября ждете? А? Октября ждете? Не понял. Октябрь ждете? Ну не ждем, но тут 2 дня свободны, в это время успевает. Молим сердцем сим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господу помолим сердцем сим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Проходите. Поздравляю тебя с таинством. Иные помощи, иные надежды. Разве тебе воды чистые и на помощи, а тебе надежды? Патриархе Кирилле, о господине Высокопреосвященнейшем митрополите Сергии и о господине Отце нашем Преосвященнейшем епископе Антонии и все во Христе братьей нашей. Господи помилуй, Господи помилуй. Еще молимся о благохранимой стране нашей, во стеко воинство и до тихое безмолвное житие поживем. Во всяком благочестии и чистоте. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов, рабу Божий, братья святого храма сего. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Еще молимся за все братья, за все православные христиане. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Услышанный
Боже, Спасителю нашу упование всех концов земли, сущих море далече, милости в милости будем, Владыко, грехов наших и помилуй, милости в Боге, человека любит Бог еси, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Антонию, епископу Славгородскому и Каменскому, Бога храни в стране нашей, во всех воинства и народа ее, настоятеле прихожанам святого храма сего и всем православным христианам многое лето! Мученики, мученики, вообще это особый сон святых, у нас много святых. Есть святые мужчины, есть святые женщины, есть святые подвижники благочестия, есть преподобные, которые от мира этого убегали в пустыню, а есть мученики-свидетели, свидетели Христе, которые, свидетельствуя о Христе, отдали самое дорогое, что есть у человека. А дороже жизни, но только если жизнь вечная, может быть, для человека. Вот ради этой жизни и вечной
свидетельствуя о Христе, пострадал в том числе и священномученик Амфим. Первые три века христианства были очень непростыми веками. Это были годы практически непрекращающиеся гонения на христианство. Заодно то, что ты называешь себя христианином, заодно то, что ты, как и другие христиане, стараешься быть в храме Божьем, за то, что ты стараешься жить по-христиански, тебя преследовали. И могли тебя, несмотря на то, что, как мы с вами знаем, христиане всегда были покорны власти, и уже апостол Павел заповедует молиться и о стране, и о властях, и о императоре. И даже в те времена, времена первые три века христианства, когда императоры были язычниками, гонителями, тем не менее, за каждой литургией община христианская молилась всегда, в том числе и властях, и об этих императорах, язычниках и гонителях. Церковь была всегда послушна в том, что касается внешнего. Помни слова Господа нашего Иисуса Христа, что Богу Богово, Кесареву Кесарево. Кесарю Кесарево. Нужно разделять небесное и земное. Но тогда, когда касается самого главного дела, когда касается твоей веры, твоего вечного спасения, тут уже невозможно никакие компромиссы, невозможно никакие согласия, невозможно никакое соглашательство. Потому что речь идет уже о твоем вечном спасении, о твоей вечной жизни, о том, что никогда не кончается, о твоем вечности общения с Господом Иисусом Христом. Если ты здесь от Него по каким-либо причинам отречешься, то и Он от тебя тоже откажется. Не потому, что Бог такой жестокий, но потому, что так справедливо, так правильно. Бог не желает насильно войти в нашу жизнь, в наше сердце. Он, конечно, стучит в это, дверь этого нашего сердца. Он постоянно зовет, призывает нас к себе, но только от нас зависит, пойдет, услышим мы этот призыв Божий или не услышим, или отвернемся от него. Он никогда не ведет нас к себе насильно, ничего с нами не делает, не помимо нашей с вами воли. Так вот, святые доказывают эту преданность Богу, доказывают, отдавая за него самую дорогую свою жизнь, в том числе и нынешний наш святой, покровитель этого храма, святой священномученик Амфим. Пускай его молитвами Господь помогает нам всем процветанию дальнейшему жизни этого храма, чтобы он наполнялся, как и прежде, молитвами верующих людей, чтобы сюда приходили, как приходили раньше, в любой храм люди своими радостями, скорбями, чтобы мы здесь, самое главное, общались с Господом Иисусом Христом, соединялись вокруг чаши и причастия, вокруг тела и крови Господа и Спасителя. Чтобы мы здесь являли свое единство и продолжали являть его и в жизни, там, за порогом храма, по-прежнему оставаясь единой общиной верующих, последователей Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Пускай его молитвами Господь укрепит нашу церковь, которая проходит, как вы все знаете, время нелегких испытаний, искушений и трудностей, где Отечество наше и все страны, где наша церковь русская православная несет слово проповеди, укрепит, разумит их властителей, правителей по молитвам святого священномученика Амфима, епископа Никонийского, всех святых Божиих. Всех вас поздравляю с праздником, всех причастников сегодняшних причастниц поздравляю с причащением тела и крови Господа и Спасителя Иисуса Христа. И также сегодня, пользуюсь возможностью такую, хотел бы вместе с вами поделиться радостью, поздравить отца Иоакима. Он в этом году юбиляр. Ну, конечно, не юбиляр совсем такой в библейском смысле, да. Библейский юбилей — это 50 лет, потом 100. Удостаем ему еще надо немножко дожить. Но мы надеемся, мы с ним еще и 100 лет отпразднуем, а может быть и больше, там, кто знает, не надо же Божье милосердие ограничить ни в коем случае. Может, Господь и 150 нас отпразднует, кто знает. Вот, но сегодня, вот он в этом году 80-летие празднует. И я рад, что отец Иоаким по-прежнему в бодром таком состоянии духа и физическом, несмотря ни на какие болезни, которые каждого человека постигают. Я поздравляю сердечно вас, батюшка, с юбилеем, желаю доброго здравия и помощи Божией. Хотел бы получить вам сегодня, пользуясь поводом, медаль. У нас совсем недавно святейший патриарх
благословил, учредил нашей епархии, нашу епархиальную награду Славгородской епархии. Медаль это в честь священномученика Иакова, архиепископа Барнаульского, Алтайского. Святейший так и благословил назвать эту медаль в честь священномученика Иакова Алтайского. Медаль нашей епархии. И вот скажу вам по секрету, первый награжденный этой медалью будет как раз отец Иоаким. Так что я сердечно поздравляю, прошу принять эту вот награду. Медаль священномученика Иакова Алтайского. Пока третьей степени, ну, чтобы у нас было еще возможность еще поздравить, еще и вторая еще будет, и первая. Вот мы начнем с третьей, чтобы были еще поводы. Аксиос! Аксиос, Аксиос, Аксиос! Для прессы. Спасибо. Спасибо, Христос. Хоть к нам и трудно доехать, но все-таки доехали. Мы очень даже переживали. Ну что, придется отказаться. Льет и льет дождь. Даже на машине, на хорошей, то трудно проехать. А здесь два дня было сухо, потом еще немножко потрело. Ну, слава Богу. Искушения, конечно, большие Господь посылает, но с помощью Божией переносилось. Особенно, кто занимается хозяйством, сельским, еще урожай, там десятую часть не убрали. В этом году, да, такое. Да, лето да. Было сложное. Поэтому и осень, оказывается, мы всегда просто рады, Владыка, что помогает Господь. Вместе. Всех вас благодарим. Храм наш, это, видите, это был бывший колхозный клуб когда-то. Это где-то в 60-х годах. Потом, когда встали деревья, так разлетели. И вот был здесь, одни только были стены, полуразобранные стены. Например, как промыслить? На каждой стене из красного кирпича крестик выложен. А ложили, была бы бригада, там, ну что там, пьяница. Почему они это сделали? Мы говорим, это проще, что-то было. Вот там это была кинобудка, где мы выходим, а та кинобудка была. А это зал вот здесь. Смотрите. Ну и вот так получилось, что мы отремонтировали. Там у нас школа, бордала. Вот в школе у нас не были. Позапрошлый. Ну вот так вот получилось, что вы говорите, что у меня, да, было. Мне пришлось служить тогда. Сегодня с кем разговариваешь, батюшка? Да ну, да не может быть такого. А я сохранил один документ. Мне приходит, я когда в Тобольске был, приходит письмо, вечером уже нашел, батюшка, наверное, вам письмо. Я беру конверт, читаю. Тобольск, главный храм главного батюшки. Я читаю раба Божия Антонина, ну, пишет, что она 12 лет последний раз была с бабушкой в церкви, потом их сослали туда на север, это Ханты-Мансийск были, там в Сургуте. Я говорю, больше не была. Я говорю, сейчас больная. И очень желала бы, я говорю, покаяние принести и причаститься. Я к владыке, вон того, в Тюменской епархии, к владыке. Вот и говорит, это обязательно к Михаилу Ивановичу надо. А Михаил Иванович, это областной был полномоченный. Вот, Третьяков, генерал-майор КГБ. Ну, в отставке, как бы. Но они говорят, всегда, никогда не бывает отставлено. Ну, к нему, он говорит, ладно, я пришлю через два дня получите. Я через два дня приносят мне с горисполкома в Тобольске, там библиотекарская почта. У меня она здесь, я могу показать, справка, значит, дана настоятелю Покровского собора города Тобольска. Разрешение ему выехать в город Сургут, совершить культовый обряд на тяжелых больной женщины. Такие времена были. Да, приедешь туда, обязательно в первом делом зайдешь в горосполком, там, в Сургуте, отметишься, что вот так вот. Представьте, что это. А сейчас у нас все. Я как-то думал тогда, но нет. Потом стали здесь уже на севере там открывать это, и я там в Межуречье. Вот. Ездил, ну, нет ничего, я могу не знать. Вот таки прибежал, улыбнулся. Ну, вообще это будет Евангелие, я приезжаю, они с чем я приезжаю. Люди там жаждут. Он говорит, нам на епархию дали всего 5 новых заветов. Что такое? Ну, один мне дал. Один дал,
Я его сохранил, конечно. Ну что там опять? Вот я, у меня было такое, я думал, говорю, если только дать бы свободно, чтобы было Библия, там, Новый Завет всем, будет такое, значит, ну, как скажем, духовный рост. Срыв. Да, срыв. Но не получилось. Оказывается, нет, сегодня Библию можно купить все по мягкому, и в твердом переплете, и с позолоченными там, и да, любым. А нет такого. У нас в 90-х годах это начали. К нам на крещение приезжал, у нас было по 40 человек крестили. Даже мы три батюшки там, это фотография, по трое были. С Тюмени приезжал батюшка, и из Грузии. Грузинская православная церковь. Мы втроем стояли на могиле. То есть вот какое время было. А сейчас такое благодатное время и для проповеди. И благовестие. Ну где только ты, пожалуйста, только я говорю, говорится, не спи, не ленись. Делай. Вот так. Какая возможность есть? Да. Поэтому надо пользоваться. И то, что вот 90-е годы, да, вот не успели как раз это вот покрестить, мы успели многие покрестить, а вот церковить, как бы привести ко Христу, вот это не успели, это поэтому, может быть, до сих пор это сказывается. Здесь, тогда, может быть, видеть, тогда было не до этого, тогда просто надо было хотя бы просто крестить, венчать, открывать, да, потому что батюшек мало было, храмов было мало. А сейчас вот храмов много, ну, людей не так много. Но, с другой стороны, как у нас народная пословица говорит, Бог не в бревнах, а Бог в ребрах. Люди. Ну, вот в этом году мне 46 лет исполняется, как я еще на служении. Я сравниваю, что когда было тогда духовное состояние прихожан, и сегодня. Особенно не беру здесь, что у нас в городе. Совсем разное. Ну, потому что сейчас свободно. Тогда было, пришли уже там, тогда повенчаться или покреститься, это было просто, ну, уже подвиг для человека. Мне однажды, я в Сельпуле служил, это Омская область. Темно уже, стучится в ворота кто-то, я подхожу, я думаю, что черная вода стоит. А черная вода, я сразу что-то. Так, можно к вам? А кто вы? Ну, мне надо с вами поговорить. Я открываю, заходит человек какой-то, галстук. Так, вы один дома? Да нет, у меня жена, матушка дома. Ну хорошо, мы здесь поговорим. Я секретарь горосполкома, горкома, партии, горосполкома. Вот. А моя теща, она у вас поет церковь. Я говорю, это что? А, да, да. Ну и что? Что ж, у нас ребенок маленький. Она отказывается с ним водиться, не прикоснусь, пока не покрестите. Ну как его покрестить? Можно покрестить так, чтобы, ну, никто не знал это, чтобы можно. Договорились. Меня через дом приезжать, когда темно уже было. Волгу оставил там дальше. Ну, бабушка здесь принимает, все, покрестили. Вот. А сегодня, пожалуйста. Вот так. Ну что, благословите Христом. Все, Господь. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Благодарю тебя, Господи, Боже мой, я хочу благодарить освящение очень отдать мои головы. Вер душевных твоих сил, вера не поспитывай, любовь не лицемерно. Во исполнение премудрости в соблюдении заповедей Твоих, приложение Божественное, это я благодать Твоего права, благословение, да восхитение Твоя Тебя, я Твою благодать поминаю всегда, и не к тому, что веру живу, и Тебе, нашему Владыцу, благодетелю, и так и всего житья, и это надежда живота вечного, в присутствующих достигнутых покоях, где же праздновщик, гласный, престанный, бесконечная сладость, вечер Твоего лица, доброта неизреченная, Ты бы все истинное желание изреченное, и видишь все ведущие, чья Христы Божий наш, я появился, Царь, водите, Владыка Христы Божий, Царь, Великого, Царитель, всех, благодарю Тебя все, держимися, подал владеть, и от очищения ключих, ты затворяющих твои тайны, мою упадя, блажен человек и любча, сохрани это кровом твоим, и все не крыл твои дары, не чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно ты чистую. Самогонка сам гнал. А мне нельзя, можно на вынос? Можно, можно. Хоть бутылку пойдем. Берется высок. Отлично. Беру в холодильник, замораживаю, что-то расставить. Еще молимся. Отче наш,
жизни на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам есть, не остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преосвященнейший Владыко, благослови. Христе Боже, благословясь Тебе, Те рабом Тебе, то святости всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Спойте, Господа. Давайте немножко отодвинем, мы здесь пройдем туда. Пока я нам тут пройду, нет? А вот так вот будет, да. Хорошо. Плотнее туда дальше, чтобы все зашли. Уголок. Так, уголок. Александр, заходи сюда. Плотнее. А там могут сесть и слушать. Вот сюда вот поставь. Все, садись.